Рада вас приветствовать на своем канале. С вами Светлана. В Екатеринбурге 9 июня, раннее утро, 8:30 утра. Я, как всегда, занимаюсь своими любимыми глоксиниями. И хочу показать результат перевалки глоксиний из стаканчиков в горшки. Я их переваливала вместе с вами 27 мая. То есть сегодня 14 дней с момента перевалки. Они у меня так вот и росли на стеллажах, вот в пакетиках. Была одна обработка фитоспорином после посадки, когда я купила распылитель. И буквально вчера я обработала по листу, вечером уже, когда выключили стеллажи, Nutrivan Plus. Это была первая обработочка. Посмотрю, как будут дальше расти. Вот такие вот. Замечательно, это я обрежу материнский лист. Замечательные вот такие вот прирослись растения. Это вот я вам показывала, что вот если приходят девочки такие к вам, детки, не пугайтесь. Я оставила посмотреть цветение, вот раз он выпустил цветоносик, посмотрим. А так можно было бы вот удалить, вот здесь отрезать, это поставить на укоренение, и через пару недель пошла бы шапка большая листиков и запустилась бы на новое цветение. Так, вот такая вот очень шикарная. Так, это вот черника в сахаре. Видно, я неправильно обломила, пошел проснулся один боковой побег. Ну ничего страшного, один так один. Так, тоже вот материнский лист. Да, он, в принципе, хороший еще. Удалять не буду, он жирненький. А, он мешает. Так, детишечки здесь вот. Маленькие все вышли из грунта. То есть тут даже уже не видно, что была перевалка. То есть затянуло корнями все. Так, вот такая вот. Еще влажненькая. Вот, проснулись. Боковые побеги много. Удалять не буду ничего. Я не удаляю. Или вот эту я показывала. Но тоже пока не буду удалять. Вот уже пошли новые листы за эти 2 недели. Также можно вот здесь обрезать. И с грунта все пойдет. Новые пазухи проснутся. Сейчас у меня еще одна обработка по листу фитоспорином. И поставлю уже на стеллажи без пакетиков. И я думаю, как бы мне их пометить. Эти-то уже скоренько зацветут. Ну вот, черника в сахаре. Ну, может быть, месяца через полтора, может быть, зацветет. Так, здесь уже заложены бутончики. Так, здесь пока не вижу. Здесь тоже пока не вижу. Но здесь будет богатая розетка. Кто это у нас? Клубничный шейк. АО клубничный шейк. Но будет очень много листвы. Очень хорошо. Ну вот все, что хотела показать вам. Как растут глоксинии после перевалки. Стоят они у меня сейчас летом 12 часов на стеллажах. Напомню, что на одну полку у меня 2 светодиодные лампы 36 ватт. Вот все, что хотела вам показать. Всем хорошего солнечного дня, отличного настроения и всего хорошего.